величественно, добра, справедлива и скромна. За это и многое другое поклонники и коллеги прозвали Тамару Гварцители «Царицей Тамарой». И попробуйте с ними поспорить. Царица Тамара соответствует, конечно. Она, как и подобает леди в ее положении, принимает комплименты с достоинством. Спасибо за любовь. Это, конечно, такое ответственное сравнение. Удивительно, Тамара Михайловна на сцене более 40 лет, а до сих пор смущается при виде подарков и цветов. Спасибо. Интересно, она вообще знает, что ее клип на песню «Ориентир любви» набрал 1 000 000 просмотров? Как славно, когда все совпадает. Новая программа носит название этой песни. Людям она нравится. И Тамаре Михайловне, судя по всему, тоже. Слушатели полюбили эту песню и всегда хотят ее слышать. И действительно, очень нужны в жизни ориентиры. То ли дело в сентиментальном вечере, то ли в том, что Владимир Петрович уже нашел свой ориентир. Певица, любимая женщина. Именно как человек, как ее характер ангельский. В этом году активности у Тамары Гварцители намечается куда больше. 60 концертов по городам России, тур по Израилю весной, США летом и Германия осенью.